Давно тренирует Лестер, но под его руководством команда. Пуля делать мы с вами не будем. Будем наслаждаться футболом здесь. Понятно, что внимание к Варди, внимание к Юрию, этот сезон для него, по сути, пропал. Гонсало Игуаин, как видите, привлекло к нему внимание. Роджерс работал с Селтиком в последние годы и выиграл с ним 7. Стартовый удар по мячу. Игра началась, и давайте так, в первом тайме справа от нас с вами. Состав Лестера. Каспер Шмейхель в воротах. В сегодняшнем матче все отнюдь не закончится. 29 мая. Такой момент истины будет. Но вот сейчас сразу же опасный момент. И гости могли открывать счет в самом начале игры. Росс Баркли не сумел проиграть. Педро с мячом. Так вот, у Челси, конечно, 29 мая, момент истины, только по пенальти превзойдя немецкий Айнтрахт. Я думаю, что эти события у вас Дюси тоже забил. Ну, а вот на чужом поле тогда была ничья. Тогда в Лондоне 1-1 команды сыграли. А вот в этом сезоне идет сегодня. Атака Лестера, передача с фланга не очень... Точно, Олл Брайтон прорывался справа. Но Челси выше третьего места не поднимется. Может опуститься на четвертое. В этом смысле никакой. Маркос Алонсо, пас в центр. Лофтус Чик получает мяч. Еще стеночка. Игуаин. Игуаин разворачивает. Января. Виллиан с мячом. Виллиан, удар! Опаснейший удар. И Шмайхель в очередной раз демонстрирует команду Маурицио Сарри. Конечно, для Сарри этот сезон особенный. И вот так пригвоздил родную серию. А Лестер в атаке. Варди на линии штрафной принял мяч. Удар из-за пределов штрафной площади. Удар в створ, но не самый опасный для Вилли Кабальеро. А пробил. Ну, тогда в Англии резко увеличилось количество легионеров. И вот один из английских игроков-ветеранов, причем довольно... Штрафной удар. Розыгрыш. Виллиан забрасывает мяч на Игуаина. Ушел от Баркли Мэдисон. Пас на левый фланг. Оттуда подача. Чилвелл активно подключается к атакам. Сейчас Варди уже в штрафной и в офсайде. В штрафной и в офсайде. Лучший снайпер Лестера. Челси проиграл своему сегодняшнему сопернику на своем поле. Что команда в 1-32, в 1-16 Лиге Европы. Удар по воротам. Мэдисон. Над перекладиной мяч летит. Ее, наверное, можно где-то рядом поставить. Но в Англии уровень исполнительского мастерства, конечно, гораздо выше, чем... Игуаин. И бьет Игуаин рядом со штангой. Мяч летит. 29-я минута, и Челси продолжает обстреливать ворота хозяев. И гости сейчас практически всей командой, даже вот Игуаин назад тянулся, всей командой на своей половине поля. Коста здорово ушел от Чилвелла. Давид от Запакоста. Прострел, и мяч уходит за пределы поля. На угловой. В общем-то, практически не состоялось так... Если брать высокими профессиональными мерками мерить. Да, здесь вот столкновение. Давид Луис пострадал у Челси. Ему нужна помощь. Тилеманс вроде бы оклемался быстро сравнительно. Мяч уже в штрафной. Олл Брайтон. Прострел. Опаснейший момент. И Рикардо. Дальше на бровку. Олл Брайтон и потери мяча. Виллиан с мячом на линии штрафной площади. Лофтус Чик дальше пытался, но и классно завершать их. Лофтус Чик упал. С поля там было пространство. Рикарду в конце концов пристрелить все же не судьба. Обыгрывая Давида Луиса. 2-1. Варди катит на дальнюю штангу. Тилеманс. Слишком острый угол. Слишком острый угол. И Варди извиняется. Он считает, что 24 лет в низших лигах выступал. Ну вот потом уже себя как следует проявил. Наверное, любые турнирные какие-то проблемы, кадровые, это все
пытался за счет финта уйти. Сразу от двух соперников не получилось, но вот так завершается. На 4 против 1. Ну и достаточно корректная игра, совсем мало нарушений, правильно. Вот момент! И Гуаин не забивает. Уже в компенсированное время. Маркос Алонсо здорово забежал. Североирландцы. Ну, футбольная, игротская карьера Роджерс. 8-го тура чемпионата Англии, премьер-лиги. Челси гостит у Лестера. И пока нулевая. В итоге все обошлось. Второй тайм начался. С центра поля мяч разыграли хозяева. Мэдисон не удержать и стать четвертым. Вроде бы не такая большая разница. Вот удар Тилеманса рядом со штангой. Небольшая разница, но если брать доходы, то в Англии все очень четко. О, Брайтон. Пас в направлении Варди. Жоржиньо играет с Лофтусом Чиком. Итого жестко встречает Маркл Брайтон. Причем в плечо вроде бы борьба, и пришлось уступить Уотфорду. И потом, вот вы знаете, этот успех в игре с Фулхэмом, он на Маурицио Сарри, на кого угодно, это все-таки совершенно, совершенно другой уровень. Если уж по сравнению с Энтони Тейлором, ваш комментатор Олег Пирожков, Варди рвется в штрафную Челси, его теснит Аспиликуэта, и Варди зарабатывает угловой. Будет и вторая волна атаки. Маркос Алонсо, удар! Без замаха практически. Рикардо против него, Вильян пасует точно. И удар в левый от голкипера угол. Росс Баркли. Аспиликуэта. И Аспиликуэта на Дзапакосту. И Челси на своей половине поля пока комбинирует более активную разминку. В общих ролях. Сейчас предстоит ему и его партнерам обороняться. Хорошая передача в направлении Варди и Аспиликуэта. Брависсимо. Перехватил. Астрик Мэдисон играет с Чилвеллом. Мэдисон. В лучшем случае. Запакоста. Вот и здесь поле. Поливали весь перерыв. Вот вы видели, что Игуаин сейчас удаляет жажду. И не только он. Но Джеймса Мэдисона. Ну, в конце концов, лондонцы потеряли мяч. Варди, Варди разбрасывает защитник. Атака Челси, это может быть опасно. Педро, Педро! Мягко говоря, не в ту степь. Вот уже довели мяч до штрафной площади. И только из этого создали хозяева. Трудятся все защитники Челси. Выигрывали чемпионский титул в составе забегания. Вот только сейчас продвинулся вперед, но через центр Челси атакует. И Баркли, и его... Начал перспективную, как кажется сейчас, атаку своей команды. Варди. Вот у Варди пас. Это очень любопытно было. Вот еще когда Игуаин с мячом. Лестер атакует правым флангом и низом. И, по-моему, не ожидал и Чоудри. И самое главное в Лестере. Это просто вот была такая красивая история про Золушку. Правда, опять-таки, Мазар развернулся. Его никто не атаковал сразу. Он заметил Баркли. Баркли бьет! Прямо по центру, посылая мяч. И без труда шмится финал Лиги Европы. Ну и о себе говорил Ковачич. Сказал, что когда-то итальянцы задавали тон. И на как выступал. Ведь футболист еще достаточно молодой. Ему 25 лет. Ну и на укрепление глубины состава. Челси в атаке. Было ли там нарушение, не знаю. Но Азар может пробить. Падает Эден Азар. Штраф. 21 год полузащитнику Барнсу. Магуайр с мячом. Но все меньше и меньше времени. 5 минут ровно остается до окончания. Где-то там ждет передачи Джейми Варди. Навес.